или на какую-то еще неделю вот это вот все было. То есть началось все вот с этого. 25 сентября, то есть у официального сайта Сампа, Потиза есть, что Калькор просто там, знаете, попробовал как-то. Опять же, это только мое предположение, но почему оно не имеет права на жизнь? Ну, в самом-то деле, потому что, ну, Калькор уже давно, знаете, в какой-то апатии находится. Вот эти вот, знаете, последние версии Сампа, которые он там делал, при том, что на 0.3DL вроде как начали переходить сервера. То есть они прям начали, знаете... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Знаете, не так давно YouTube изменил свою политику касательно там возрастных ограничений и всего прочего, из-за чего некоторые мои видеоролики просто как-то рандомно начали получать ограничения, типа там 18+, и вот это вот, знаете, все прочее. Разумеется, я многие ограничения обжаловал, говорил, мол, то, что это игровой контент и все-все-все прочее. И дело в том, что очень часто, как лично я понимаю, я бомбил на Калькор. На Калькоре по разным обстоятельствам, там, знаете, потому что он там мог с GTA Самбом какое-то хуевое обновление плохое абсолютно точно выпустить. Вот, и вроде того, и вот что-то могло происходить, а могло и не происходить, и много всего еще было. И вот на ролике как раз-таки с Калькором мне и давали вот эти вот все значки 18+, и вот прочие такие, знаете, неприятные вещи, которые пагубно влияют на удержание, на монетизацию, и вот на все прочее. Однако, не так давно, я не знаю, когда выйдет данный видеоролик, но, скорее всего, очень поздно, когда об этой теме уже все забудут, но, тем не менее, у кого-то в сердечке она останется и будет, так знаете, его не то что чтобы греть, а скорее разрушать изнутри, потому что, ну, это в самом деле какой-то, ну, кромешный пиздец. Я не знаю, что Калькор делает в последнее время, потому что, ну, наверное, он просто ёбнулся и такой, типа, блять, пацаны, да я уже дохуя денег заработал на всем этом GTA Сампе, на вкладке Хостед, на прочих вот этих вот всех вкладках. Поэтому, ну, зачем мне что-то еще нужно, да? То есть, все, что мне еще надо? Мне больше ничего не надо, вот и все. Поэтому этот ваш GTA Самп, вот он, вот, знаете ли, идет нахуй в пизду и во все прочие вещи. Так вот, вроде как, то ли в субботу, то ли в воскресенье, то ли в пятницу, вот на той неделе или на этой, или на какой-то еще неделе вот это вот все было. Дело в том, что истек сертификат годности вот этого официального сайта сам. То есть то, что сайт в безопасности, все вот эти вот прочие вещи, когда вы видите, что там рядом с сайтом стоит замочек, и типа вы знаете, что ему можно доверять какие-то вот такие, знаете, свои сакральные данные. Это не говорит о том, что, знаете, можно качать с этого сайта вот эту, знаете, всякую хуйню по типу вот там одного, а другого, всего вот этого, знаете, прочего, и поэтому, ну, вроде того. И вот, то есть началось все вот с этого. 25 сентября, то есть у официального сайта Сампа, а вот закончился этот самый сертификат. И ты такой, типа, думаешь, ну ладно, ну типа закончился и закончился, значит, типа были какие-то причины, забыли продлить, забыли там сделать еще какие-то вещи. На это абсолютно точно поебать, да и в общем-то без разницы. Потом, 26 сентября, примерно там где-то в 12 часов дня, может быть пол первого это уже было, а с официального сайта Сампа пропали вот ссылки на все вот эти вот штуки. Возможно, разумеется, в это возможно, так знаете, поверить, такая теория, такая гипотеза есть, что Калькор просто там, знаете, попробовал как-то, ну или пробует как-то переработать, переделать все вот эти вот форумные разделы, все вот эти вот, знаете, вики разделы, чтобы всем жилось хорошо, чтобы там какой-то новый дизайн был и вроде того, но гораздо более реально версия того, что Калькор просто решил забить на GTA Самп и вот такими, знаете, маленькими движениями, маленькими шажками он все это делает. Опять же, это только мое предположение, но почему оно не имеет права на жизнь? Ну в самом-то деле, потому что, ну Калькор уже давно, знаете, в какой-то апатии находится. Вот эти вот, знаете, последние версии Сампа, которые он там делал, а что-то подправлял, что-то там вот эти вот все прочие штуки делал, какие-то вроде то ли скины, а то ли машины добавлял, то ли еще что-то было. Всем было поебать, потому что все таки остались на старой версии Сампа 0.37R1 или там R2, или на какой-то версии Сампа они, в общем-то, остались. А также он пытался там, знаете, в Самп 0.3DL или там 0.38, и все это также не получилось. При том, что на 0.3DL вроде как начали переходить сервера, то есть они прям начали, знаете, а переписывать свои моды, чтобы, ну, вот как-то более-менее под всю эту тенденцию попасть. Из вот самых памятных я могу сказать, что это был Абсолют Ролеплей. Насколько я все это, опять же, могу помнить, я могу ошибаться, разумеется, как и любой человек. Больше никаких новостей касательно того, что там с GTA Сампом, что там с официальным сайтом Сампа, что там со всеми прочими вот этими вещами. Одно я могу сказать точно, всем, абсолютно всем серверам GTA Сампа и вот всего прочего нужно уже заводить свои какие-то лаунчеры, свои какие-то вот эти, знаете, сторонние клиенты, как это сделал Diamond Roleplay.
Bay, как это сделала та же самая Arizona, чтобы в случае, если Калькур вообще ебанется и нахуй отрубит весь этот, знаете, клиент сам, по что его нельзя будет нигде скачать, серваки там тоже как-то будут не работать, чтобы можно было зайти через вот этот вот весь лаунчер. Хотя я не особо понимаю, как работает лаунчер, возможно, он точно так же через какой-то, я там не знаю, клиент сам подключает вас к определенному серверу и все. То есть, ну, в целом, я все это знать не могу, как все это работает. Опять-таки, это все очень плохо, это все очень хуево, то, что Калькур, он, знаете, такой эмоциональный, что Калькур, он, знаете, такая истеричка, которая такая, типа, блин, вот вы там не поиграли на 0.3DL, тогда я все, тогда я ухожу, мне больше от вас ничего не надо, я устал, я ухожу, и все вот это вот прочее. Ну, разумеется, что это полнейший пиздец, и от него можно ждать все, что угодно. Я вообще удивлен, что есть еще проекты, есть еще сервера, тот же самый SumPRP, да и многие другие вроде как проекты есть, которые до сих пор не разработали свой лаунчер, свой клиент для того, чтобы вот от этой хуйни защититься. Почему они это до сих пор не сделали? Ну... Я не знаю. То есть у меня есть какие-то смутные предположения, что они типа такие, ой, да это какая-то долгосрочная перспектива, да зачем на все это тратиться, да вот то, да вот то, да вот это, да вот пятое, десятое, и по итогу они вот так вот могут пролететь, что вот нихуя не будет, что придется потом, знаете ли, в экстренном формате вот это вот все создавать, вот эти вот все штуки делать, когда уже все сампу придет пизда. Но в целом, то есть, ну, вкладка хост от Калькур уже, она до сих пор вроде как приносит какие-то деньги, там вроде как до сих пор есть какие-то сервера, которые за все это размещение, которые за все вот его, знаете, рекламные места готовы платить. Поэтому почему ему закрывать самп? Ну, лично я не понимаю. Там затраты на форум, на... Ой, вернее, форум-то он же отключил, да, точно. Затраты на содержание сайта, затраты на содержание вот этого всего игрового клиента. Я не думаю, что они прям, знаете, перекрывают статью доходов Калькура, потому что во вкладке хостед, ну, в них же дохуя серверов. Я давно не заходил, но могу предположить, что, ну, там же реально там много серверов. Вот я прям помню, заходил, и там прям, вот, знаете, вот одно такое цельное рекламное место, на которое ты заходишь, там типа такой, о, Абсолют Ролеплей, о, Arizona RP, о, Advance RP, так вы чё, вы все во вкладке хостед? Хотя я до сих пор, если честно, не понимаю, кто в 2020 году, скачивая GTA Samp, может не знать, на какой сервер ему пойти и может руководствоваться вкладкой хостед для того, чтобы найти себе вот этот вот самый сервер. Потому что вся основная реклама GTA Samp и то, откуда о нем могут узнать, все это идет с Ютуба. И там всегда находятся ссылки на скачивание всех этих лаунчеров, клиентов и всего прочего. И то есть там уже сразу человек понимает, на какой проект он зайдет, на какой сервер он там будет играть, и вот все вот эти вот прочие вещи. Зачем нужно вот вся эта вкладка хостед, я не понимаю, почему ее до сих пор кто-то покупает, почему ее до сих пор кто-то оплачивает, ну, не особо понятно. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, на нем, кстати, есть там лаунчер, на нем есть прочие вещи, прочие дела, и все вот это вот прочее, поэтому заходите туда по айпишнику описании, там же в описании мой никнейм Dante Connor, там же в описании мой промокод NoToxic54, там же в описании все прочие вещи, поэтому заходите, ознакомливайтесь и делайте все вот эти вот, знаете, прочие вещи. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем до свидания, всем пока и всем все прочие вещи, счастья в ваш дом. До свидания.